Всем привет, с вами Артем, и сегодня я хотел бы сделать обзор на портативную колонку Xiaomi Mi Bluetooth Speaker. Распаковка данного девайса была еще летом, но полностью ее протестировав, я могу вынести свое мнение. Прежде чем приступать к тестам, давайте рассмотрим дизайн, органы управления колонки, и я расскажу о внутренностях и характеристиках. Данная версия выполнена в золотом цвете. Кроме боковин, колонка полностью алюминиевая, а боковины пластиковые. Данный спикер имеет большой функционал. На правом торце расположены кнопки включения и выключения паузы с LED-индикатором, увеличение и уменьшение громкости, а также кнопка сопряжения, выполняющая функцию оповещения о оставшемся заряде батареи. Слева имеется разъем мини-джек 3,5 мм, микрофон, микро-USB и слот для карты памяти microSD. Вес девайса составляет 270 грамм, что немного при его малых габаритах, и он может спокойно уместиться в карман. Внутри этой малышки имеется два динамика и мини-сабвуфер, которые выдают частоту в диапазоне от 85 до 20 тысяч Гц и мощностью в 6 Вт. Автономность колонки при аккумуляторе на 1500 мАч составляет 8 часов на средней громкости и около 3 часов на высокой. Сопряжение с телефоном происходит по Bluetooth 4.0 и радиус действия около 10 метров. Через бетонные стены также сигнал проходит. Звук у колонки при максимальной громкости чистый, ну а чтобы не быть голословным, думаю, стоит протестировать музыку разных жанров на данной колонке. На моей камере звук записывается в стерео, и думаю, что тест будет максимально честным. Программно звук уменьшать или увеличивать я не буду, так что приготовьтесь убавлять звук этого видео. Ну, для начала попробуем максимальный звук на iPhone 5, а после этого сделаем сопряжение на нашу колонку. Ну что, погнали!
Ну что, я думаю, стоит подвести итог по данной колонке, которая мне безумно нравится. Я ее часто использую и в домашних условиях, и в каких-то походах, поездках. Она меня полностью устраивает, ее функционал полностью удовлетворяет мои потребности. Звук чистый, громкий, то, что и нужно, в принципе, нормальной, обычной, стандартной колонке. И цена ее тоже очень привлекательная. Я ее покупал за 2400, хотя в наших магазинах она стоит около 5. В общем, заламывают цены обычные магазины, а в принципе на Алиэкспрессе вот заказал такую колонку, и она мне безумно нравится. Ссылка, если что, на нее есть в описании. Это, кстати говоря, вторая модель, еще есть младшая, она дешевле, она где-то 1200 стоит, но по ней ничего сказать не могу. Она у меня не была на обзоре, у меня ее нету, так что не буду говорить лишних слов о том, о чем не знаю. А вот эта колонка меня полностью устраивает, цена-качество полностью соответствует, и я думаю, что это лучшая колонка в этом ценовом сегменте. Так что, если у вас есть желание, думаю, компания Xiaomi – это лучший выбор для вас и вообще для жизни в целом. Ну что, с вами был Артём. Вот такой обзор у нас получился. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Впереди много интересного. Всем удачи, всем пока!